Всем здравствуйте! 37-летний телеведущий, который долгие годы не может наладить отношения с семьей покойной жены, устроил трогательный сюрприз ее сестре Наталье. На странице своего сынишки Платона Дмитрий выложил видеоролик, посвященный Наталье Фриске. Таким образом, телеведущий поздравил девушку с днем рождения. «Тетя милая моя, поздравляю я тебя! Очень крепко обнимаю! И здоровья лишь желаю! Будь счастливой ты всегда! Не печалься никогда! С днем рождения говорю! Знай, что я тебя люблю!» — написал Дмитрий от лица Платона. Наталья тут же призналась, что была растрогана до слез. Напомним, всего 2 недели назад Платоша отметил 7-летие, и сама Наталья также поздравляла племянника через соцсети. Похоже, лед между родственниками постепенно тает. Хотя сестра и родители Жанны Фриске все еще не могут видеться с Платоном, когда захотят. Дмитрий периодически выкладывает видео из семейного архива, на которых они с Платоном играют и хохочут. Также Шепелев периодически публикует там интервью Жанны Фриске. Страничка мальчика стала чем-то вроде семейного альбома. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.